Дождь веселью не помеха. Жители Ломоносова пришли на день рождения своего города, не испугавшись непогоды. Праздник, посвященный 306-й годовщине основания города, прошел на Александровской площади. Со сцены жителям и гостям напомнили вехи истории Ораниенбаума. Для детей вокруг фонтана организаторы разместили карусели, палатки для рисования. Нашлось дело и для подростков. Мастер с большим стажем учит начинающих гончарному делу. Волшебство превращения куска глины с помощью круга в настоящий горшок – это вам не компьютерная стрелялка. Желающих очень много научиться. И это хорошо, потому что мы обратно возвращаемся к тем нашим старым истокам, которые у нас были. И это здорово. А в это время на сцене поднимали флаг Ломоносова. Этого права удостоился ветеран Великой Отечественной войны Леонид Ильюшин. В первом зрительском ряду почетные граждане. В этот день их стало на 3 больше. Эта церемония традиционно проводится в День города. Среди награжденных Лидия Лебедева. Лидия Дмитриевна возглавляет Ломоносовское отделение Всероссийского женского союза «Надежда России». Это наш город расцветает. Конечно, за последние годы очень-очень изменился. Изменился только в лучшую сторону. Во всех дворах все сделано муниципальным советом. Это я, конечно, и как участвую с ними всегда, как помощница. Праздник продолжался целый день, а дождь так и не кончился.